Поисковая система Google может быть отделена от остальных коммерческих сервисов этой компании, чтобы лишить ее монополии в сфере интернет-услуг. За такое предложение проголосовали в четверг в Страсбурге депутаты Европарламента. Резолюция, правда, не упоминает конкретно Google, выступая лишь против нечестной конкуренции и чрезмерного влияния американских технологических гигантов. «Поисковые системы сегодня — это больше, чем поисковые системы, — сказал бельгийский левоцентрист Марк Тарабелла. Пример Google поучителен. Это поисковая система, предлагающая ссылки на утвердивший себя бизнес. Игнорируются малые предприятия, лишенные возможности заявить о себе. В невыгодном положении оказываются и европейские потребители, которым предлагают доступ в основном к услугам мощных компаний. Google контролирует почти 90% европейского поискового рынка. Чтобы ограничить это господство, конкуренты пожаловались в Еврокомиссию. Они заявили, что Google дает преимущество собственным сервисам в поисковых результатах, делая менее заметными предложения от других сайтов.